Многие абитуриенты с невысокими уступными баллами традиционно отсутствуют обстановку с колькостью заяв одразу у нескольких ВНУ и шакают до опошнего. Тому 14 липня для приемных комиссий будет горячим днем. Але уже сегодня в Гомельском медуниверситете кажут, что, меркуючи по активности потенциальных студентов, можно ожидать больше высокого конкурса, чем у минулом годе. Ожидаем, что в этом году и конкурс будет выше, и проходные баллы будут выше в сравнении с прошлым годом. Ну и традиционно, но в принципе, не на что жаловаться в этом плане, потому что всегда профессия врача, она очень востребована, и, как показывают последние годы, популярность ее среди абитуриентов, она только возрастает с каждым годом. Сегодня при выборе профессии врача многие абитуриенты кируются и материальной затекавленностью. Рынок платных медицинских послуг у нашей краине активно развивается. И коли ранее докторы были выключены бюджетниками, то сегодня это ремесло становится еще и прибытковым. Хоть романтизм и высокородность профессии для многих абитуриентов все же остаются головными визначальными факторами. Врач – это сам по себе очень ответственный человек, и я считаю, это самая нужная профессия, потому что мы помогаем людям, мы бороться с какими-то проблемами, болезнями и поднимаем людей на ноги, можно сказать. Зараз на подрыхтовку медика у нашей краине поглядели с иншего боку. Головная задача – узмацнить практичную частку. С этой метой в Гомельском медуниверситете открыли особный симуляционный центр. Тут на специальном обсталявании можно учиться робить, например, хирургичные и реанимационные манипуляции. У целом ахова здоровья Гомельского региона на узровне республики отримала высокую оценку. За 5 годов колькость высокотехнологичных операций выросла у 4,5 разы. И это так само покажет работы Гомельского медуниверситету. Поводле статистики, 78% медиков, которые работают сегодня в области, скончили именовито мясовый ВНУ. Высокий уровень подрыхтовки позволяет им и в дальнейшем удосканаливаться у профессии. Диплом выпускника Гомельского медуниверситета признается во всем мире. Причем в некоторых странах отдается предпочтение даже тем, кто закончили наш ВУЗ. Тот рейтинг, который ВУЗ занимается в системе всех медицинских вузов на постсоветском пространстве, свидетельствует о том, что у нас достаточно сложившаяся хорошая ситуация в ВУЗе, и мы, в общем-то, выполняем те все задачи, которые были возложены. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».